В районной администрации продолжается прием заявок для участия в конкурсе на лучшее благоустройство поселения. Проводится он в трех номинациях – лучший благоустроенный двор, лучший подъезд и самая благоустроенная территория предприятия, учреждения, организации. В прошлом году участниками конкурса стали 47 жителей Славянского района. Победителей наградили благодарственными письмами главы района и ценными подарками. Одной из первых заявку на участие в конкурсе в этом году подала Любовь Шевченко. Ее дом по улице Победы 389 привлекает внимание всех проезжающих. Такую красоту во дворе создала ее дочь. Она ежедневно ухаживает за цветами, наводит чистоту, украшает двор всевозможными фигурами. В конкурсе на самый благоустроенный двор участвует не первый год. Были и награды. Первое место мы заняли, нам, значит, сертификат подарили, потом грамоту такую большую подарили, сертификат подарили на 2000. Мы очень рады, конечно, да, ну, дом образцового порядка, вот мы как бы первое место заняли. В этом году тоже решили побороться за призовое место. Для этого полностью изменили дизайн двора. Приобрели новые садовые скульптуры, фонтан, высадили другие цветы и деревья. И даже охранникам двора поставили новый дом, соответствующий тематике интерьера. В этом году у нас новый проект «Домик в деревне». Я раньше жила в деревне и хуторскую жизнь знаю. Ну, решили мы вот благоустроить дом, все по-другому. Цветы у нас сейчас новые, и фигурки у нас все новые, и каждая фигурка что-то обозначает, не просто так. Там у нас и дед с бабкой сидит, вот в хуторе какая жизнь у нас, такая вот хуторская жизнь там у нас идет. Благоустройством двора Любовь Шевченко вместе с дочерью занимаются, конечно же, не ради участия в конкурсе, а для того, чтобы вокруг было красиво. А победа в конкурсе – это только приятный бонус к проделанной работе. Присоединяйтесь к нам, благоустраивайте, чтобы было так красиво. Любишь посмотреть на все. Видите, не насмотришься. Вот приходим домой, сидим, отдыхаем, вот качелька, фонтанчик, все такое, видите, добротное, хорошее. Сидим, отдыхаем, душа отдыхает. Если вы также хотите, чтобы ваш двор или подъезд поборолся за звание лучшего в Славянском районе, обращайтесь в районную администрацию, кабинет 223. Заявка на участие может быть подана от лица управляющей компании Товарищества собственников жилья, органа ТОС, администрации поселения и лично гражданами. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».